Это последний из 16 сахарных заводов на Кубани, которые вывели из состояния банкротства и нашли инвестора. На реанимацию сахарного комплекса и покупку нового оборудования потребовалось около 500 миллионов рублей. Посмотреть завод и пообщаться с сотрудниками на предприятие сегодня приехал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатору показали новые аппараты и автоматизированную систему, где проходит весь технологический процесс превращения из свеклы в сахарный песок. На заводе сейчас ведется монтаж последнего оборудования и совсем скоро первые партии сахарной свеклы пустят в производство. Это оборудование будет жить долго, оно будет делать экономику вашего предприятия. Да. Но оно высокоэффективное, и затраты на него эксплуатационные ниже значительно. Это экономия газа, в конечном итоге это экономия камня, это экономия угля и экономия рабочей силы. Но давайте на рабочей силы экономить не будем. Рабочий день губернатора края проходит сегодня в Тимашевском районе. Глава региона также посетил одно из лучших крестьянско-фермерских хозяйств муниципалитета, а после провел заседание Аграрного совета.